Всем привет! И сегодня новая моя серия сериала «Шлёпы» будет уже с озвучкой. Поэтому давайте начнем. Так, надо бы посмотреть новости. Вот мой телевизор. Ща посмотрю. Срочные новости. Шлёпа съел опасные пельмени, мутировал и стал гигантом. Сейчас он уничтожает города. Спускайтесь в бункеры и берите побольше еды и воды. Мы разрабатываем зелье, чтобы уменьшить шлёпу. Вы можете помочь учёным, приносив туда одуванчики. Геолокация лаборатории... О нет! Почему шлёпа съел этот пельмень? Ладно. Стоп. Что это за крики? Посмотрю-ка я в окно. А, помогите! О, боже. Блин, надо взять оружие. Точно, у меня же есть револьвер. Я теперь непобедим. А теперь на охоту. Ну и где этот шлёпа? Ах, вот он где. Кстати, а что это за лаборатория, про которую в новостях говорили? Продолжение следует.